Компьютеры Apple впервые стали жертвой целенаправленной атаки вредоносной программы шантажиста. Программа KeyRanger шифрует данные на зараженных компьютерах, а затем требует от пользователя выкуп за их расшифровку в криптовалюте. В минувшую пятницу хакеры распространили червя через торрент-трекинг BitTorrent, замаскировав его под новую версию приложения для скачивания файлов. Как показала практика, попав в компьютер, программа активируется через 3 дня, шифрует файлы, а затем требует выкуп 1 биткоин, примерно $400. Apple принимает меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.